Всем добрый день. Это какой-то пипец. Поехал в Меркадону за стевией. И стевию купить, да? Ну там к чаю всем. Купила все, кроме стевии. Ну твою дивизию, а. Люблю я так за продуктами ходить. Что надо, что не надо, накуплю. Целую тележку набрала, блин. За стевией пошла. Тебе, пожалуйста. Показать, что купила? Покажу. В принципе, я, ну как, нормально купила. Молоко, дыньку, мороженое вот такое, 12 штук маленьких, и там вот типа вот таких шоколадных, и штук 8, наверное, кефир, это гель для бритья мужу, 2 помидора, батарейки в весы, я взвешиваюсь каждый божий день, для того, чтобы знать, что почем и как, ну это зубная паста, кукуруза, сейчас буду макарошки варить с кукурузом и тунцом. Ну, это собаки вкусняшки. Чуфар, чата де чуфа. Это муж любит, я не люблю. И белизна. И все, больше ничего нету. И стевия, за которой я ездила и не купила. Ну, блин, голова дырявая. Ну, сейчас, может быть, на пляж поеду и заеду еще раз за стевией. Приехала все-таки на пляж. Дома жарища. Думаю, что я тут буду валяться. И вообще я уже вторую ночь подряд плохо сплю, потому что у нас где-то то ли напротив, то ли не знаю где. У кого-то ребенок под утро просыпается и начинает звать свою маму. Мами, мами. Так и хочется выглянуть и сказать: мамочка, найдись. Почему ты не идешь к ребенку? Ой, это пипец какой-то. Вот второе утро. Надеюсь, это... Кто-то приехал в отпуск, и это не будет каждую ночь так. А то, блин, пойду искать маму. Ой, пусть мама вернется, пусть мама поймет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ой, жарко. Хорошо, сейчас поплаваю. Иду прямо это. И вот думаю, может быть, сейчас поплаваю и как бы это... Как это сказать-то? Сон уйдет. А то у нас сегодня мероприятие намечается, да. Мы сегодня идем на концерт. Ой, рука уже устала. Идем на концерт. У нас же ферия началась. Ну, как началась? Сначала дневная, сейчас вот ночная, ночами ферия идет. Ну, там, знаете, карусели разные для детей, весело. Есть дискотеки, это уже для более взрослых детей. Ну, скажем так, блядь, прощаю. Прощаю. У меня тут зонт. Между ног застрял, чуть не на это, не навернулась. Вот, и что хотела сказать-то? Концерт сегодня будет. Камелы приезжают. Мне не то, что они прям... Но они мне нравятся. Я вот с удовольствием пойду на их концерт. Они такие прикольная группа. Ну, это знаменитая группа в Испании. И будем на них... Хотела подружку пригласить. А подружка что-то там, что-то с ней не то. В общем, пойдем с мужем. Я говорю, ох, зажжем. Он не особо выявлял желание пойти. А куда ему деваться-то? Некуда ему деваться. Билета-то два. Ой, смотрите, море, какой легкий, такой легкий бриз. Я прям это иду и думаю, в море окунуться. Жара. Жареный, блин. Так, куда же мне приземлиться? Я не люблю вот этот песок. Я его не люблю. Тут вот так. Вот тут приземлюсь. О, ладно. Вот пляж такой у нас. Пошла купаться. Ой, там тетя лежит без сисек. Так как мы сегодня идем на концерт, а это будет в 11 часов, могу позволить себе уже сейчас чай, чтобы не спать. Вот, я уже всю голову сломала, чтобы приготовить есть, что все надоело, я не знаю уже, чего готовить, в общем,
мои познания иссякли. Еще и неохота ничего готовить. Вот в чем дело. В общем, пипец. Что я купила? Я купила, наконец, стевию в Алькампу. В Алькампу все-таки заехала. Оно по дороге, как говорится, по пути. И заехала туда. Думаю, ну что там, стевии нету. Есть, конечно. Вот, заодно вспомнила, что у меня там пару грибочков есть, немного шпината. И на завтра делаю типа бестроганов. Да, купила вот два кусочка говядины. Два кусочка говядины. Сливки не вроде жирно. Купила вот такое выпаренное молоко. Такое как сгущенное молоко, только без сахара, скажем так. Вот буду грибочки, там всякая фигня. И вот с этим вот. Себе сделаю с гречкой, кстати, надо сейчас ее поставить отварить, а мужу сделаю с рисом, потому что гречку он точно не будет есть. Да, ну вернее, может быть и поковыряется, но половину придется выбросить. А зачем мне портить продукт, правильно? Правильно. Еще вот такие вот салфетки взяла для кожи, чтобы почистить свою сумочку, маленькую сумочку белую. Она у меня какая-то черная. Еще у нас кругом стреляют. Чарли в шоке вообще. Сливки лежат, они меня так манят. Это у меня тут лежат. Что так темно? Но не-не-не. Не на концерт. Представляете, на концерте, где бегать я буду? Нельзя. Так что сейчас чай попью. Утром чай, в обед чаек, вечером чаище. И, наверное, пару орешков возьму. Вот этих вот. Какагуэты. Вот эти. Что за орешки? Как они называются? Арахис. О, арахис. И все, отдохну немножко. Я после того, как приехала, уже два раза душ приняла. Представляете? Почему? Потому что я пока... Что я делала? В ванну что-то зашла, увидела и решила унитаз помыть. Ну, помыла унитаз, биде помыла, раковину помыла. Ну, как обычно, да? И понеслось. Как говорится, пошла на кухню выпить чаю, вымыла все. До чая время не дошло. Так и у меня. Вот пока я все это мыла, вся обтекала, в два раза сходила в душ. Прям холодной водой. Я вообще горячую сейчас не включаю. Зачем? Ой, сладкий какой. Вы тоже так делаете? Открываете зубами? Или только я одна такая умная? Вот. И будем, короче, готовиться к празднику. Кстати, я сегодня так поработала, что даже офигела. Даже не ожидала. Вообще у меня такая очередь стояла. Я говорю, вы что? Вы откуда вообще? Вы как? Они сами офигели там все. Но сидели, кропотно ждали. Одна такая, я пойду, типа у меня вот на покраску. Я сидеть, говорю, сейчас покрашу. Я ее покрасила, она там сидела минут 40 ждала. Уйти хотела. Куда собралась? Ладно, буду чай пить. Приятно мне чай пить и вам, если вы пьете чай. Кстати, я уже много раз говорила, что в Испании любят подарки дарить такие, ну как не подарки даже, а комплименты или еще что-то. В общем, не подарки, а дарят лотереи. И вот у нас сегодня, ну, знакомая, подруга, там не знаю, как ее назвать, она ездила в Барселону. Месяца полтора назад, ну там вся семья ее живет. И вот она приехала и привезла нам вот такой номер. Уже новогодние. Это рождественская лотерея, как вы знаете, кто давно меня уже смотрит. Здесь ее очень, как говорится, широко разыгрывают, много премий и все такое. 22 декабря она разыгрывается. По Первому каналу, там все прилично, все на ваших глазах. И вот она привезла нам вот такую лотерейку. Она 20 евро стоит, то есть это не какие-то там копейки. Вот видите, в Барселоне. Plaza de Ateneo. Так что вот первая лотерея в этом году. Муж радостный. Когда дай чертиков. Ой, лотерея. Тут на день рождения идешь, дарят лотереи. Но это уже ближе, знаете, к декабрю. Там даже к медику и врачу дарят лотереи. То есть это нормальный подарок. И, кстати, вам тоже могу посоветовать. Если кому-то хотите сделать подарок и не знаете, что подарить, какому-нибудь прям испанцу, дарите смело рождественскую лотерею. Будет рад.
Вот так. Время у нас уже 9 час. Сейчас уже будем собираться, да? Нет, он не будет собираться, он у меня дома останется. Мы ему телевизор включим, и будет телевизор смотреть. Возмущаются, что мы, что Чарли оставляем. В общем, мы идем на ферию, на концерт. Смотрите, мои серьги. Что Чарли оставляем, возмущаются. Ну а что делать? Это же нельзя с собакой, поэтому... Сейчас мы ему телевизор включим. Все как надо. Ему не будет скучно. Так что встретимся на празднике. Да? Я такая дурнуда. Что забыла билеты? Представляете? А там сосед. И маленький ребенок такой. Куда вы поехали? Муж такой, смотрите Камео. Такая, блин, а билеты? А они, вот они лежат. Теперь все. Вот мы приехали на ферию. Ферия состоит из вот таких вот, как сказать, это вот залы, что ли, где музыка играет, еду покупают и танцуют фламенко. Смотрите, видите? Потом она состоит из вот этих всяких вот бургеры продают, там картошку всякую. Это вот зона еды, скажем так. И там дальше идут в конце уже, идут всякие карусели для детей, развлекательные штуки. А концерт будет вот здесь. Это, вот видите, кстати, уже очередь. А, уже пускают? Или что? Что-то я не пойму. Мы в прошлом, не в прошлом, а позапрошлом году ездили. Когда... А, да, по-моему, уже пускают. А еще полчаса. Ну, нам некуда спешить. Вот так, видите? Немножко вам покажу. Муж хочет сожрать вот такую картошку запеченную. Вот ее пекут вот в таких печах. И наполнить ее можно всякими всячинами. Вот такими. Вот видите, там мясо разное. И вот. Но можно просто с солью и с перцем. Она, эта картошка продается практически везде. А сколько она стоит? Стоит соль и перец 3 евро. Ну вот, 5 и 3 евро. Вот цена. Это вообще, знаете, типика испаниш, как здесь говорят. Что для ферии. Для ферии эту картошку делают. Как она? Крошка картошка. Во! Помню, о, глянь, люди заходят. А мы блудимся. Что-то они так рано заходят. Ну, на всяких этих не будем кататься. Мы на концерт. Вы знаете, вот смотрите, как люди одеты. Я самая красивая и нарядная здесь, вот по моим наблюдениям. Вот понаблюдайте, как люди одеты, видите? Видите? Никакой одежды такой вот, чтобы какой-то праздничный или что-то. Не знаю, как-то. Поэтому даже на праздники такие никто одевается, как кто хочет, видите? Так что я еще очень-очень даже нарядная. Там вот все идут эти для детишек карусели, качели. Там вот лодка такая, которая раскачивается сильно. Были времена, я все это каталась. И луна. Смотрите, какая луна. Голубая луна. Голубая. Мы в очереди стоим, чтобы зайти. 25 минут, 20 минут осталось. Они приветствуются как поцелуйчиками. Перед входом проверяют сумки. Нельзя с собой никакие напитки брать. В общем, чтобы все было кулюдорно. Билетики сейчас. Ке?
¿Por qué? Hombre, la mía vale 27 euros. Все, мы зашли. Вот такое мне надели эту. И вот концертная площадка здесь. Там вот можно попить, поесть. И здесь можно вот концерт плясать. Сейчас, знаете, сейчас все так близко-близко подойдут. Я везде пролезу. Я, знаете, такая, что я не спешу уже никуда. Не спешу никуда, потому что я везде пролезу, куда мне надо. Но yo ya no como. Здесь, видите, их всякие сувениры продают. Вон, что тут? А, пиццу делают. Пицца 10 евро. А там пойдем что-нибудь выпьем. Я, в принципе, не хочу ничего, потому что уже поздно очень, чтобы что-то жрать. Чем вот так вот у нас концерт будет. Цены рассказать вам. Вода евро, прохладительный напиток 2 евро, энергетический напиток 3, пиво 3, безалкогольное пиво 3, Тинто де Верано 3, пиво 1 литр 6 евро, Тинто де Верано литр 6 евро. В принципе, не так уж и много. Коктейли и алкогольные 5 евро, мохито 7 евро и бутерброды по 3 евро. Так, вот такие цены, в принципе, не так уж и дорого. Мы уже заняли место, вот там зона VIP, там по 40 евро продавали билеты. Ну, а мы буквально недалеко от этой зоны. А еще смотрите, что я заметила, у меня вот этот вот ободочек под цвет моей одежды. Па-пам, все желтое. Главное, чтобы впереди не стоял кто-то выше меня, хотя у меня хорошая платформа. И сама я девочка не маленькая, поэтому сложно быть выше меня, но все же. Кстати, время уже, ну вот, а начаться было должно в 11. Будем надеяться, что уже скоро. А еще здесь все сигаретами ходят, и я боюсь, что мне что-нибудь прижгут, не то. Muchísimas ganas de estar por aquí y bueno, pues deseamos que lo pasemos todos de lo mejor, que para eso hemos venido, ¿vale? Gracias a todos por estar aquí, gracias. Pero bueno, pero si es que esta canción es de nuestra maqueta, cuando nosotros
nos juntábamos a jugar a cantar. Vamos, fijaos, hace años de eso. Y que os lo sepáis, ¿verdad? Me habéis dejado, pero sin palabra, vamos. Que casi no me la sé ni yo. Son canciones de... Концерт закончился, но они всегда выходят на пассажок еще одну спеть. В общем, поэтому по-любому выйдут еще, споют песни. Вот сколько народу, видите? Я не знаю, почему, но вот у всех артистов такой трюк. Они ушли, потом все просят, чтобы вышли, и выходят еще одну песню. Уже все об этом знают, даже не расходятся никто. Мы уже дома. Сейчас буду домонтировать, да, как радость, радость. Радуется моя рыба, радуется, радуется. Мамка пришла. Домонтирую, потому что я сегодня смонтировала ту часть. Да. Соскучился моя рыба. Так что, друзья, до завтра. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Пока-пока.